Hello and welcome to our coverage of WPT Russia. My name is Raisa Perez and I'm here with our WPT World Online Championships player of the series and one of the best poker players in the world, Artur Martirosyan. Your biggest three live results have all been here at the Casino Sochi. What do you enjoy about being able to play in your home casino? Да, отличное место, то есть и казино классное, и в целом город классный. Your success in WPT events in the last couple of years has been impressive. To say the least, that was reflected when you topped the WOC leaderboard in September. What keeps attracting you to WPT events and playing on the party poker? Мне нравится серия WPT, здесь чувствую себя комфортно, нравятся составы на этой серии и в целом структура турниров, все отлично. What did you miss most about playing live poker during the lockdown restrictions? По эмоциям людей, наверное, потому как они ведут себя за столом, потому как можно смотреть всякие телзы. То есть замечать какие-то вещи просто по общению, по знакомствам, по всему этому. Among all your career accolades, what would it mean to you to put your name on the Mike Saxon WPT Champions Cup? Этот кубок, который имеет историю, и это серия, которая проводится уже много лет, и, конечно, я был бы рад видеть свое имя на кубке. Это было бы для меня честью. How did you get your start in poker and what do you want everyone to know about your background? Я познакомился с покером где-то 5-6 лет назад. Вообще с покером меня познакомил отец. Ну, я играл просто с его друзьями, как бы с ним и с его друзьями в покер. Я так познакомился. А дальше просто заинтересовала игра и начал дальше изучать уже сам, и вот по сей день играю. What are your hobbies outside the game and how have you been spending the last few months? Ну, основное хобби – это путешествия, особенно когда путешествия покерные, это вдвойне приятно. Ну, то есть я люблю путешествовать по всем сериям. У меня даже, ну вот, обычно до карантина был маршрут по городам и по сериям, по которым я ездил по покеру, но были и вне покерные поездки. В общем, летал я довольно много. Who are your poker idols? У меня нет какого-то конкретного кумира, но есть качества, которые мне нравятся в покеристах. Это самое главное качество – это тильтоустойчивость, потом терпение, ну и есть еще обычные человеческие качества, то есть уважение, там, ну, скромность даже отчасти. Вот. Ну, то есть какого-то конкретного человека у меня нету, есть несколько людей, которые мне просто симпатичны, да, но я бы не назвал их кумирами. Они мне просто нравятся как люди, и все. Thank you for your time, and we hope to see your name soon on the Mike Saxon WPT Champions Cup.